Видите, как поясница уходит назад, вы ее сразу вытянули. И следим за своими мыслями. Представьте, что вы сидите на камне в центре реки. Река течет очень быстро. Вы просто сидите и наблюдаете за движением реки. Так же само постарайтесь пронаблюдать за своим умом. Есть хорошие мысли, есть плохие. Есть мысли, ну зачем мне нужна эта йога? Скорее бы это все закончилось. Либо наоборот, хорошие мысли, как хорошо. Просто за ними наблюдать. Скажите себе, есть я, есть мои мысли. Я могу их либо...